Более 100 миллионов просмотров набрало видео, в котором мужчина щекочет ската. Вид счастливого морского существа вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Кто-то уверен, улыбающийся скат – это очень симпатично. Нашлись и те, кто посчитал подобное обращение с морским существом жестоким. Нравится ли скатам, когда их щекочут? Сотрудники аквариума уверены, что нет. Вдали от воды у этих морских существ возникают проблемы с кислородным голоданием. В частности, это совсем небезопасно, так как скат обладает потенциально смертельным укусом. How do you tickle a fish?